Всем привет, с вами Кирилл Лирик, и я сейчас вам расскажу, как же поставить карту на сервер свой, который в PocketMine, либо на других костингах. Ну, это если вы можете в FTP, или как там, ну, тоже можете поставить. Так что... Если хотите поставить, то пишите. Карта. И название. Это у меня GTA 5 для Minecraft. Именно выбирайте любую ПК-версию. ПК. Именно ПК. Да-да, ПК. Карта GTA 5 для Minecraft 1.8. Для любой версии. И... У меня сейчас нет Wi-Fi. Ага. Извините. Ну, вот. Ну, я написала GTA 5, но мне не нужна GTA 5. Мне нужна карта Franklin's Path Map. Для Майнкрафта. Вот это такая карта. Вы сами видите. И, ну что, нажимаем кнопку «Скачать». Вы скачиваете абсолютно любую карту для ПК. Вот у нас она идет загрузка. И... И вы открываете этот файл через любой архиватор. Это для меня ES-архиватор. Любой проводник. Вот. И эту карту мы переносим. Ну, вы можете перенести файлы, а потом перенести их в ВТП. А для меня это просто. У кого PocketMine, это надо искать папку PocketMine и папку Worlds. Нажимаете ОК. Вот она копируется. Дальше переходим в... Ну, в архиватор снова. Ну, можете даже и в свои файлы. Ничего не изменится. И самое главное, удаляете. Надо оставить. Удаляете все, кроме... Извините. Удаляете все, кроме регион. Тут надо удалить еще players data. Sension. Force. This chunks и оставить только регион it точка дат level дат level дат нижнее подчеркивание alt и level дат нижнее подчеркивание mkr. Удаляйте эти файлы, оставляйте, которые я сказал, и теперь переходим в PocketMine. Заходим в PocketMine. Нажимаем Settings. Вот сюда. Настройки. И выбираете. И World стираете. И пишите название карты, которая была у вас в архиваторе. Для меня это Franklin's. Franklin's Path. Нажимаете далее и Save. Нажимаете Start Server. Ну и у меня тут загружается сервер. Я перейду сейчас быстренько в Minecraft, чтобы не задерживать время. Ну и смотрите, я захожу на свой сервер. У меня загружается мир.
Генерация ландшафта идет. И вот, вуаля! Вот эта карта. Только она чуть-чуть тут, тут иногда это ПКшные были штуки от ПК. И некоторые штуки от ПК, которые они превращаются вот в такие рельсы почему-то у меня. Вот рельсы у меня. А некоторые превращаться будут в эти, ну, земляной сток сена. Странный какой-то он. Ну так что, вот карта. Я ее поставил. Так. Вот тут бассейн. Тут уже лед был раньше. Ну, это другая карта. Я с другого сайта скачивал, так что тут должен быть лед, но его тут нет. Я пробовал эту карту на BoardWalk. Ну, на программе этой Minecraft ПК. Ну, и у меня все было тут нормально. Но вот сейчас тут рельсы какие-то. Они еще даже активированы почему-то. Ну что ж, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Это очень хороший туториал. Всем пока! Mm-hmm.